Подростки входят в лес, у одного завязаны глаза. Они играют в фитиль. Они утверждают, что в лесу пропавшие дети, которые видны при свете свеч. Yeah, I've heard the story. No, it's true. It was a long time ago. The house burned down. The parents died, but their kids' bodies? Never found. Dun dun dun! Guys, stop! You're creeping me out. Don't worry, I'll protect you. I'm serious. Get a room. Those kids used to play in these woods, but one by one, they disappeared. People used to come up here and leave stuff in case the kids were still alive. They left candles burning, but the candles moved in the night. Stop it! Nobody would let their kids come up here after that. Like that guy last year. Like he didn't just skip town or something? Don't tell me you're buying this. No. I know one of the kids he was with. They were up here playing Wick, too. For real? Would you calm down? What was that? Someone's out there. Can we go back now? Quiet. Please? We're here. Don't take the blindfold off until we're gone. Good luck. See you at 6 a.m. If you live. Добрые друзья. Подростки оставляют друга с завязанными глазами и запирают ворота. Их план вернуться в 6 утра. Собрано личное имущество. Полночь. Не раздумывай, беги. А куда? А, с шифтом бегаешь? Осторожней, осторожней. Чё это? Кто это? Уходи! Беги! Фу ты, блин. Возьми это! А, о как. А! Фу, собака напугал. Это после того, как снимут бинты. Куда бежать-то? О, бежит скорее дом. Беги! Беги, беги, беги!
А? Кто? Здесь же... А? Отстань! Отстань! Беги! Чё ты остановился? Беги! Беги! Что сделать вообще? Куда идти? Беги! Все. Отстань от меня. Все. Так, осторожно. Он, кажется, ушел. Он ушел. Это хорошо. Беги! Где мост? Ай! Нет! Свечка потухла! Чё это? Что это? Где автобус? Private property. Wait, someone actually lives up there? What are they, like 1,000 years old? Here's $2 for a new padlock. Can I go now? Значит, у нас 6 факелов. Хорошо. Что здесь напишут? Не приближайся к ней. Я вообще не думал, а кто это вообще? Кукла какая-то. Забрать можно? Хоть что-то собрали.
Кто? Где? Залезь ты. Теперь забери. Отлично. Бежим. Беги, 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 беги. Ей нас не догнать. Ага. Музыка прекратилась, она отстала. Так, срочно свечку, ищем свечку. Быстрее. Она еще потухнет. Кто? Откуда? Это не есть хорошо. Чё ты меня так пугаешь, собака? Беги, беги. Нет, да ничего ты не бежишь! Чё это? На мосту свечка, быстрее, быстрее. Беги, беги. Чё ты остановился? Беги! От меня отстань. Я тебе ничего плохого не сделал. Беги. Фух. Куда выбросил? Подними! Ты что делаешь? Беги, беги. Все?
свечка была. Надо ее забрать. Private property? Wait, someone actually lives up there? What are they, like 1,000 years old? Here's $2 for a new padlock. Can I go now? Нужно искать автобус. Ищем автобус. О, автобус. Тимми, зачем ты выбросил? Подними. Что это? Кто? Где? Только не тухни. Пугать. Давай же. Где конец уровня?
откуда? Вау, он бежит. Не тухни! Ты не идешь там? Она гонится за нами, беги. Все? Где свечка? Я только что ее видел. Почему? Зажги, зажгись, зажгись. Зажигай ты чертову спичку. Ага, так это я. Три спички осталось. О, зажигай костер. Ну чего ты, зажигай его. Чуть. Ясно, понятно. We were on our way back home, and we totally heard someone. Totally! Like somebody sleeping. Snoring like a mother trucker. Whew. Отвернись. Хорошо.
здесь. Отстаньте от меня. Все. Не смотри на него. Ты чего делаешь? Я только до убежища бежал. Поджиги. Быстрее, быстрее, свечка, свечка, вижу свечку. Ты что делаешь? Нет! Ладно, давайте на этом закончим.